На календаре весна, а за окном зима. Последние два дня брещане наблюдают обильный снегопад, который бесспорно для каждого стал неожиданным. Ведь все уже давно забыли про зиму. Снег за несколько часов засыпал дороги и пешеходные дорожки. Появились небольшие сугробы, которые стали серьезным препятствием по дороге из одной точки в другую. А потому коммунальные службы в усиленном режиме ведут работы по уборке снега. Весенний месяц, но погода вносит свои коррективы. Преподносит нам сюрпризы в виде снега. В основном это мокрый снег, однако его количество заставляет нас быть начеку. Мы постоянно производим мониторинг прогноза погоды. Заранее смотрим, какие ожидаются осадки, температура воздуха. В основном мы работаем на опережение. Выезжаем заблаговременно, обрабатываем проезжую часть, чтобы нехорошая ситуация не застала нас врасплох, чтобы на дорогах была проезжаемость, не было дорожно-транспортных происшествий, чтобы было людям комфортно. Обрабатываем проезжую часть противогололедными материалами, также обрабатываем тротуары песком. Весь март месяц мы еще будем оборудованы зимним оборудованием, пескоразбрасыватели. На весенний, летний период мы уже будем снимать это оборудование и производить работы по текущему содержанию городских территорий уже в весенне-летний период. То есть это техника двойного назначения, так можно сказать. Она предназначена и работает она же и зимой, и летом. Переменчивость погоды не застала представителей коммунальной службы врасплох, ведь они в эту пору работают в круглосуточном режиме. Как говорится, все и вся в полной боевой готовности. График работы 24/7, и все для того, чтобы жителям было комфортно. Март месяц оказался очень сложный. Погода была и солнышко, и дождь, и очень много снега. Снег выпал у нас и сегодня. Практически 200 человек уборщиков с 6 утра работают на переходах, остановках, убирают город. Помощь коммунальщикам дали нам бригады озеленения. В бригадах озеленения работает около 60 человек. Они тоже помогают нам убирать город для того, чтобы комфортно и чисто было людям садиться в автобусы, ходить по тротуарам и на автобусах. Помощь нашим дворникам нам приходит техника. Техника в виде щеток, которые подметают, убирают. Техника в виде того, что они машины пескоразбрасывать, убирают город и чистить его от снега. При выпадении снежных осадков первое, к чему приступают работники коммунальных служб, это обработка пескосоляной смесью мостов, площадок на остановках общественного транспорта и периферийных улиц. Благодаря раннему началу работы к полудню ситуация в городе стабилизируется. Рабочий день уборщика территории с 6 до 2 часов. Если надо, каждый человек заинтересован убрать лучше и быстрее. Они выходят немножко раньше, кто живет поближе, и в 5 часов выходят люди, потому что переходы, остановки – это первая очередь. Несмотря на то, что погода плюсовая и снег потихоньку тает, работники коммунальных служб продолжают очищать от белого ковра тротуары и остановки общественного транспорта. И на протяжении изменчивого настроения погоды комфорт брещан будет обеспечен.